здесь надо, да. Здесь как-то все такая дорога. Качаюсь. А что он делает? Ровно не дышит. Ага, они придурки здесь. Пойдем поехать там быстро. Куда? Ага, потом без машины, без колес останешься, без них. Пускай едет. Ему машину не жалко. Ну, здесь такой среднячок. Сейчас посмотрим, что. Это типа написано как... Ну да, там по Google Maps там ничего не было. Сейчас, ну, сейчас посмотрим. Тут он тоже все в горах. Дом один, потом еще один, еще один на горе. Это все туда подняться надо. Обалдеть. Не, я бы не жила здесь. Пока доедешь, пока съедешь с этой горки, да? Колеса потеряешь. Колеса, тормоза, все на свете потеряешь. Ну так симпатично, тихо, конечно. Вон туда вообще кому-то далеко ехать. Ну что-то похуже. Мне кажется, мы здесь были. Да, мне кажется, мы здесь были. О, о, олень. О. Подожди, куда? Куда вы так бежите? Разница в том, что здесь вот так вот идешь и олени. Классно такие. Ой, смотрит. Такой классный. Вот так живешь, и олени бегают. Привет! Ой, еще один. Ух ты! Ух, он так прыгнул. Звук такой. Как будто тушат. Пальцы мои. Алло. Вот дом чей-то. Вот еще дом чей-то. Так неудобно делать видео. Нет, мы здесь не были. Вон они вообще пешком пошли. А, вот. Далеко они даже приехали. Ну да. Что-то тут как-то вообще все в горах. Ух ты. Не, я бы так не жила. Горка на горке. Как-то да. Очень много. А потом съесть с этой горы? Потом ты не съедешь. И вот еще, наверное, у кого-то дом. Только так, походить здесь, если вот, ну, ты здесь, если живешь, то ж, ну, как-то... Надоест. Ну, надоест ходить туда-сюда, с горки на гору. Все, приехали или куда-то дальше? Ну, точно. Ну, вот это не новый квартал. Это все старые. А, вот он, Hard Rock Estate. Там еще... Все так. Жил бы так бы, Стас, в хорах, вот так вот, парковал бы каждый день наш. А, вот этот дом я видела на карте. Ну, вот, это. Вот этот новый квартал. А, ну здесь вид все, ты на весь город. Тоже дек у них такой там. И вот так видно горы, на город, на все. Но здесь красиво, конечно, да? Классно. Да. Вот этот новый дом, 749 тысяч долларов этот дом продается. Вот он. 5 тысяч, короче, моргиш надо платить. Ничего такой симпатичный. А тут уже купили какой-то дом. Тут уже построили, купили детям. В смысле, а вот отсюда у них вид, конечно, красивый. Ну, да. А все, они уже, а нет, здесь прямо. Там вид красивый, вон там далеко. Ну, да, ух ты, ух ты, ух ты. Какой? Вот это, подожди, я его еще не фотографировала. А все, здесь кольцевая, да, получается? А там по карте написано private. Куда здесь проехать? Там уже, да, private там. Тут у всех фонтаны.
Вот с этой стороны и вид там на горы красивый. Это там дом на карте я видела. Симпатично. Нет, здесь нету проезда. А вот тут, наверное, еще куда-то будут. Вон там строить будут, наверное. Ну, это дом, это тоже новый дом, да? Ну, так на горе живешь, конечно. Поднимись-ка на эту гору. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Симпатично, но я бы не поднималась так. Ой-ой-ой. Так поставь пика вниз. На горе. 749 тысяч. Не, а у того видел, какой дом кирпичный? Там вообще вот такой какой-то подъезд, не понимаю. Ну, конечно, вон там вид. Дай-ка я выйду с машины, вид здесь. Красиво. Кто вот на той стороне живет, там, конечно, там красиво. Он пошел. Камни вот эти, которые, чтобы держали землю, чтобы земля не скатывалась. Чтобы земля не скатывалась. Сейчас я пройдусь. Покажу, как здесь. Так симпатично, да? Но я бы не жила бы здесь. Прям гора на горе. Там, наверное, будут дальше строить. Где закрыто будут строить дома, наверное. Вот такой у них бэк-ярд. Получается, вот это заходишь. Это уже как бейсмент, подвал, балкон, патио. Еще все, видите, все. Они живут, но еще сами что-то пристраивают. То есть балкон был, и тут что-то, наверное, патио пристраивают сами. И такой маленький огородик. И там какая-то еще как камнями выложена. Конечно, красиво. Это тут заводы такие. Заводы, горы. То уже Орегон. На той стороне уже Орегон. Вид, конечно, красивый, ничего не могу сказать. Но на горе тут уже уши закладывает. Я бы не жила, конечно, так. И тут такой тоже гамак повесили, видите, дом. Гамак повесили. Подкрытым таким. Ну, это у них вот вид, например, у этих, с этой стороны. А там, получается, больше ни у кого вида нет. Мужик вышел на второй этаж, смотрит, что я видео снимаю. Но здесь ни у кого. Мужик вышел на второй этаж в этом кирпичном доме, смотрит, что я делаю. А Рэм у него там. Вот такая подъем такой крутой. Он туда на второй этаж вышел. Блин, ну у них же нету здесь private property. Пусть забор сделают, правильно? Ну такой, знаешь, огород. Да, огород такой. Вот этот дом за 749 тысяч. Вот такой огород. Вот я, например, бы не ходил. Вот этот забор, да, я бы так, конечно, не ходила. Ну, ребенку весело, он катается. С соседнего дома на велосипеде. Они с соседнего гаража дома катаются вниз горки. Прикольные такие. Так, ладно, поехали дальше. Классно, но да. Ну, бомжей здесь нет, никого нету, но я бы, честно говоря, подожди, я еще не пристегнулась. Я бы не жила бы здесь, честно. Симпатичненько. Я даже не знала, что здесь такой район есть. Еще туда улица есть, там еще три гаража. Интересно. А вот еще домино. Домов много очень. Вот этот дом продавали, можно накупить. Я помню, его продавали. Я еще хотела поехать на этот, типа, open house. Его продавали, наверное, сколько? Полгода назад. Да, уже купили. Что такое? Мне кажется, мы по этой дороге куда-то ехали с тобой. В другой квартал. Машина. По-моему, мы здесь куда-то ехали, мне кажется. Да. Ну, там еще новый дом построили.
когда на трассе тогда, помнишь? Вот этот поворот там, где такой стрёмный все время, да? Тетка там за рулем, это вообще. Или там мужик был, я не знаю. Он ехал на две полосы на этом повороте. Реально просто стояла машина на первой и на второй полосе. Я думаю, я еще такого никогда не видела. Ну, машин не было там. А тут еще какие-то квартиры даже есть. Куда мы сейчас выйдем? Назад, туда прямо. А потом сюда заехали. Она тоже едет дом смотреть. Не, я бы не жила в таком. Конечно, там классно, чисто, аккуратно, бомжей никого нету. Но я бы не жила в этом. И там дома новые, правда? Красивые. Ну, да. Красивые дома. Потом здесь дожди или там лед или снег, когда и ты просто отсюда не, ты будешь сидеть там в горах в этих и никогда не съедешь. И там у них будет, естественно, снег, правильно, в горах там. Там будет больше. Да, там будет больше. Да, не съехать, не заехать. Здесь где-то надо будет парковать машину, чтобы идти пешком. Как Джулия это делает? Она паркует внизу машину, а потом шурует несколько миль к себе домой, когда то, что у них там в горах снег. В Касларак. Ну и все, да, получается. И тоже огород такой там, такой типа кривой, неровный. Я имею в виду, если на горе живешь, хочется, чтобы хотя бы огород был, да, ну, чуть поровнее, там такой горкой все. Дальше от всего, конечно.